интервью. Мне задали вопрос. Вот. Это было заканчивающий вебинар. Видите, справа внизу, вот это вот. Это вопросы. Вот. И здесь человек был очень-очень удивлен, шокирован. А он явно наш человек, потому что если он обратил внимание, что здесь упоминается, сейчас покажу, где упоминается. Ага, подвой семенной. Надо же, помните, уважаемые, как вас назвать, уже можно сказать, товарищ, подруга, с тем, что вы обратили наше внимание, что нашелся честный питомник. Но я бы поверил, знаете, я впервые вижу, вы знаете, что на рынке творится? Я впервые вижу, видите, вот эту красоту, да? Вот, кто-то так умудрился все изобразить, но... Господи, кстати, семенной этого мало, он и так должен быть семенной. Даже если на абрикос привит, не на абрикос, на сливу, на вишню. Чаще всего на штамм, на эту, на вишню, на бисею прививают, на вишню песчаную, да. Вот, могут, бывали случаи и на войлочную вишню, я даже не случай знаю, когда и плодоносило. Вот, и все это здорово. И все равно, то есть ничего особенного, что написано семенной. Потому что под сына Краснощекова подвои эти самые вегетативные, как правило, не делаются. Вот. Себе дороже. Так вот, значит, я решил на этом не останавливаться и заглянуть в эту фирму. Ну, что я увидел? Сразу, конечно, ну, тут же, вот она, Кутепова, да. Но, ребята, вот это вот ваши фотографии. Вот эта фотография мелькает доброй сотни сайтов. Вы уверены, что это ваша фотография? Но как только я вижу в сайте, смотрите, вот, набираю, у вас же написано академик, я обращаюсь уже не к Кутепову, а к вам, чтобы не попадаться, потому что я уверен, что вот эта дама, наша вот, которая меня наверняка сейчас слышит, наверняка она... Ее поразила честность подвой семенной, хотя какой не написано, кстати. Так что честностью пока не пахнет. Вот. Ей понравилось, что наверняка, что здесь есть голограмма. Мне тоже шокировало, да. Вот. Но я специально заглянул сюда. Абрикос академик. Что я вижу? На первом же месте этот абрикос-то есть. Вот он. То есть фирма это. Когда ей надо было показать, что у них растут настоящие академики, а это настоящий академик. Вот, взяла, залезла в интернет и, не думая, скопировала первую же, скопировала первую же фотографию, та, что попалась первой же под руку. Так, нет? Кстати, вторая фотография моя. Меня вот так поразило, да, вот я смотрю, что вот эта фотография Латинкова. Вот. Мы любители, у нас мало, но наши фотографии часто попадаются. Вот, вот фотография Латинкова. Вот, сейчас я вам все потом покажу, свои покажу фотографии. Ну, почему я это так? Потому что мою украла добрая полсотни, ну, украла, а присвоила, ну, может, 30-40 питомников. Это легко определить. Также нажмете, а вот тут вот нажмете, когда, и тут будет похожая фотография. Вот, то есть я уже не поверил этому. Не поверил. Ладно. Тогда, значит, кстати, вот еще одна. Это я тоже перефотографировал. Это продолжение. Абрикос, следующая страница. Не страница, а еще ниже. Вот. Ну и что там говорить. Вот. Опять вот, видите. А вот тот человек, который... Ну ладно, повторяться не буду. Так, теперь. Вот, кстати, все-таки, когда логотипы делают вот такие, это как бы уже мое. Вот. Так получается, что оно? Ладно, это так слово. Вот моя фотография, видите. Вот здесь вот линеечка, привыкайте, где линейка, вот жаль, я бы потом бы на всех бы сотнях бы линейка была, я не думал, что так пригодится, потом докажешь, что ты верблюд, вот только линейка и спасает, вот моя фотография, вот, где-то тут это самое, еще, там дальше ниже опять надо листать, да, вот, и опять увидите, ну, самое распространенное, ну, все, ладно, в общем, смысл вы поняли. Теперь, и вот я, кстати сказать, я когда свою набрал, да, набрал, там высветилось, что якобы эта фотография, якобы вот этой фирмы, Лафа,
Лапа. Слово. Так, в общем, неважно. Получается продажа растений. То есть мы фотографию использовали, так. А для чего ее использовали еще? И там описание. Описание жуткое. Как обращаться с этими частными саженцами, которые у них купят. Это жуткое. Это сразу вот купил, надо прочитать и сразу выбросить, чтобы не мучить. Это ладно, к слову пришлось. Идем дальше. И вот, значит, дальше я опять это Кутепова. Абрикос красноречив. Мне стало интересно, он более распространенный. Так? Вот. А фотографию я уже это примелькалась тоже. Для меня это середнячок, типа автомобиля Жигуль, поэтому я такими не занимаюсь, но замечательный сорт. Ну и что, вот он еще раз, смотрите, видите? Я опять раз сюда. Ну и все. Все понятно. Вот. Его взяли отсюда. Он тоже распространенный очень, их тоже везде и всюду попадается. В общем, к сожалению, я должен сказать, что эта фирма доверия не внушает. Почему? Все тоже. Хотите продолжить эту тему? Помните, я вас призывал, никто мне не написал, ничего. Может, никто и не звонил в эту фирму. Вот. Всего-то два вопроса надо было им задать. Вот эта фирма. Это первое. Что у вас за подвой? А теперь можете задать два вопроса, если у кого-то терпения хватит. Почему вы взяли фотографию с интернета? Потому что, еще раз говорю, вероятность того, что это их фотография, вот она, вот, что это фотография делалась в их саду, равняется 0,1%. Сильно расползать по всем этим. Вот, везде и всюду. Ну ладно. В общем, вот вы мне написали, что такая замечательная, честная фирма. Я пока не вижу никакой честности. В таких случаях, естественно, хорошо бы реакцию на сайте написать публично, пусть ответят. Мы же с вами проходили, помните, мы проходили, когда ответили, что да, мы не выращиваем, но мы доращиваем. Вот это слово, кстати, еще, друзья, я вам скажу, это очень важно. Всегда было так. Или сами растили, потом фирмы эти обанкротились, завалили нас импортом. Это здесь тоже многие от этого кушают, потому что речь идет о миллиардных оборотах фальшивых саженцев, которые умрут все. А что вы хотите? Узбекистан, Молдавия. Так, в лучшем случае Крым, в лучшем. Все это севернее, все умирает. И вот, значит, появился новый термин недавно. Я вас поздравляю. Теперь больше нет слова перекупщик. Есть доращивание и продажа. Вот это слово доращивание я вам расшифровываю. Я уже с одной компанией поговорил. Продать не могут. Естественно, купят партию. Вот, потом их прикапывают или садят в горшки. Вот, и как бы доращивают. Ну, я вам кое-что покажу из доращенных чуть ниже. Вот это новый термин, который является тоже лохотроном.